Вот я смотрю, думаю, Турчин сможет управлять страной или нет. Ну, хорошо, а если не сможет? И уже потом не умешаешься. Как же, мешать же не будешь президенту? Нет, я к примеру, ну, крутой, скажем так. Это большая проблема, я тебе скажу. Особенно тебе. Ты же не уедешь в Минск жить, наверное. Здесь будешь. Ну, так вот. И будешь идти мимо. Она с тобой здороваться не будет. Поэтому должны быть очень крепкие, профессиональные ребята, понимающие, чтобы самому не было стыдно.